Всемирный день здоровья традиционно отмечают 7 апреля. В преддверии этого дня утреннюю зарядку провел молодежный ресурсный центр совместно со спортсменами, волонтерами и активной молодежью города. В ней приняли участие около 70 активистов. Утренняя зарядка у нас проводится не первый год. Мы каждый год проводим такие зарядки массовые. В данном мероприятии приняли вузы, колледжи города Кокшетау, также молодежные организации и волонтерские центры. Спортсмены показали молодым кокшетауцам упражнения не только для эффективного разогрева мышц, но и для поднятия настроения. Помимо разминки на свежем воздухе проведен обучающий семинар-тренинг по оказанию первой медицинской помощи и спортивные конкурсы. Придя на эту зарядку, я почувствовала прилив бодрости, и мне очень все понравилось, так как, мне кажется, здоровье – это самое важное у человека, и заниматься зарядкой, спортом регулярно очень важно. И в целом хочу сказать спасибо за организацию этого мероприятия, так как, мне кажется, молодежи прививать здоровый образ жизни очень важно в наше время. В целях формирования культуры здоровья, физической, духовной, социальной зрелости и приобщения молодого поколения к спорту в течение года планируется проведение ряда мероприятий. Зарина Беккалиева, Павел Соловьев, Амир Кошибаев, Кокшетау.